Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «о» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Владельцы этого имени должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать конструктивно и творчески. Буква «л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Для владельца имени с буквой «л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Буква «о» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Буква «я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Часто в характере людей с буквой «о» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Буква «л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Носителям этого имени следует помнить, что есть денежный эквивалент успеха, а есть внутреннее ощущение счастья, и конвертировать первое во второе удается не всегда. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Люди с этим именем желательно еще в юности определиться, кто же они такие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.